Аллилуйя. Hallelujah. Вы можете присаживаться. You may be seated. Хорошо быть воскресный день в Доме Божьем. Аминь. It's good to be in the house of God on Sunday. Особенно в день Святого Валентина. Especially on Valentine's Day. Аминь, да? Amen. Когда мы, знаете, в любой день, неважно, праздник это или нет, it doesn't matter if it's a holiday or not, мы можем выражать свою любовь к Богу. We're able to show our love Amen. To God. Amen. И знаете, прежде чем мы продолжим, я бы хотел пригласить мою супругу. And before we begin, I'd like to invite my spouse out here. Люба, давайте поаплодируем. Let's give her a round of applause. Ты как главная женщина в моей жизни. You're like the most important woman of my life. Ну вот, мне кажется, вот этот букет, он не сравнится с твоей красотой. And I think this bouquet of flowers doesn't compare to your beauty. Очень тебя люблю. I really love you. Знаешь, очень благодарен Богу. I'm very grateful to God for you. Что вот много лет назад that many years ago он привел тебя ко мне. He brought you to me. И знаешь, я, наверное, был вот как Адам, который увидел Еву. And I was probably like Adam when he saw Eve. И я сразу понял, что ты будешь моей женой. And I understood right away that you would be my wife. И знаешь, вот, наверное, если бы не ты, я бы, наверное, никогда не стал тем, кто я есть. And probably if it wasn't for you, I would have never became the person that I am today. Я всегда говорю, что жена, она как Дух Святой для меня. I always say that the wife is like the Holy Spirit for me. И, знаешь, очень люблю тебя. And I really love you, value you. И вот хочу сказать, что вот как Иисус. And I want to say like Jesus. Я с тобой. I'm with you. До конца моих дней. Till the end of my days. Аминь. Amen. Вот надо, чтобы каждый мужчина так сказал своей жене. And it's important that every man says that. Если рядом с тобой твоя жена, вот прям повернись и скажи. If your wife is next to you right now, turn to her and tell her that. Аминь. И давайте мы подарим еще Господу аплодисменты. Amen. Let's give God a round of applause. Amen. Amen. И знаете, я сегодня как раз вот и хотел поговорить немного о семье. And today I'd like to speak a little bit about the family. Потому что это первое вообще, что создал Бог. Because this was the first thing that God created. Бог сначала сотворил небо, землю. First he created the heavens and the earth. Для кого? For who? Для нас. For us. Для семьи. For the family. Семья – это воля Божия для каждого человека. The family is the will of God for every person. Кто-то иногда думает, ну, наверное, нет воли Божией, чтобы у меня была семья. Some people may think that, oh, it's not in God's will for me to have a family. Но я думаю, если бы было так, Бог бы не сотворил семью. But I think if that was so, then God would have never created the family. Я думаю, что семья – это вот Божья ценность. I think that the family is something that God values. И знаете, моя тема называется так: моя семья, мое богатство. And my subject is called My Family is My Treasure. Скажи аминь. Say amen. Здесь есть женатые люди, ну, семейные. Are there people who are married here? Слава Богу. Praise God. 50%. Praise God. И знаете, вот какова моя семья сегодня? And what type of family do I have today? Вот знаете, это важный вопрос, который я должен сегодня задавать себе. It's an important question that I have to ask myself. И знаете, иногда то, что Бог сотворил для счастья, and often the things that God created for joy, очень часто становятся каким-то местом сражения. Things that he created for happiness often become a battle. Да, вот вместо того, чтобы приходить домой и, ну знаешь, как-то быть счастливым. Instead of coming home and being happy, многие люди сражаются дома. Often people come home and it's a fight. Воюют. They battle. Выясняют. They're arguing. Ругаются. They get into fights. Кто-то разводится. Some people get divorced. Но знаете, я не думаю, что Бог именно для этого создал семью. But I don't think that that's why God created the family. Вы знаете, когда Бог сотворил человека, Он Адама и Еву, Он поместил их в самое лучшее место на земле. When God created Adam and Eve, He placed them in the best part of the whole earth. И знаете, из-за того, что человек согрешил, они потеряли Божье присутствие. And because the person sinned, they lost the presence of God. И знаете, мое личное убеждение в том, and I'm convinced,
Когда человек теряет Божье присутствие в своем доме, that when a person loses the presence of God in their home, он перестает быть счастлив. They stop being happy. Вот оцени сегодня свою семью. Today, look at your family. Может быть, свои отношения. Look at your relationship towards family. Вот от одного до десяти. From one to ten. Вот если ты можешь сейчас вот, ну, сам для себя. If you're able to evaluate your family. Да, вот, сделать такую оценку. And you're able to give yourself a grade from one to ten. Каковы твои отношения с супругой или с супругом? What is your relationship like to your spouse? С твоими детьми. To your children. Да, вот, и знаете, вот, когда мы оцениваем себя, and when we evaluate ourselves, мы можем понять, нам надо в чем-то меняться или нет. We're able to understand if we need to change things or not. И знаете, настоящее благословение, оно всегда рождается в семье. And the real blessing is always born in the family. Один человек, он сказал такие слова. One person once said these words. Что ты счастлив ровно настолько, насколько ты счастлив в своем собственном доме. You're happy only, your happiness depends on your level of happiness in the family. Потому что очень часто люди думают, мое счастье, оно где-то там, вне моей семьи. Because very often people think that my happiness is somewhere out of the family. Но твое счастье начинается с твоего дома. But your happiness begins in your home. Если ты несчастен дома, ты будешь несчастен везде. If you're unhappy in the home, you'll be unhappy everywhere else. Но мы должны понять одно. But we have to understand one thing. Что мое, знаете, вот это счастье семейное. That my happiness, my family happiness. Оно прежде всего приходит от моих отношений с Богом. It first of all comes from my relationship with God. Но об этом мы поговорим немножко позже. But we're going to speak about that a little later. Знаете, у меня есть одно такое хорошее пророческое слово для вас. I have a good word of prophecy for you today. Это Исаия 32 глава 18 стих. It's Isaiah 32. 18 стих. Verse 18. И знаете, когда я прочитал сегодня это слово, and when I read this word today, меня это очень сильно коснулось. It really touched me. И знаешь, как будто бы Бог, Он обещает сегодня это своему народу. And it's as though God is promising this to His people. И здесь написано, мой народ будет жить в мирных жилищах, надежных домах. И в безопасных местах. My people will dwell in a peaceful habitation, in secure dwellings, and in a quiet resting places. Amen. Посмотрите, как Бог смотрит на семью. Look at how God looks at the family. Как он видит семью? How does he see the family? Как семья должна жить? How the family is supposed to live? И первое, о чем он здесь говорит, он говорит, что их семья будет семьей мира. And the first thing that he says is there's going to be peace in the family. Вот, если ты сегодня, у тебя есть семья, скажи, мой дом — это дом мира. If you have a family today, I want you to proclaim that my home is a home of peace. Скажи мир. Say the word peace. Послушай, как важно, чтобы сегодня наши дома, друзья, это был дом мира. It's important that our homes would be homes of peace. Мы и так живем с вами в беспокойное время. We're all living in times where it's not peaceful. Вы знаете, 20-й год был вообще непонятно. The year 2020 was very interesting. И знаете, столько переживаний, столько беспокойств. And there were so many things that were not peaceful. Кто-то потерял работу. Some people lost their jobs. Кто-то заболел. Some got sick. Кто-то потерял родных близких. Some lost people that were dear to them. И знаете, когда человек идет домой, and when a person goes home, то с чем он должен, ну, встречаться дома? What should they encounter at home? Знаете, иногда люди тяжело работают. Sometimes people work very hard. И они идут домой, чтобы пережить там этот мир Божий. And they go home to experience this peace. И вместо того, чтобы иметь вот этот мир внутри, and instead of experiencing this inner peace, они начинают опять сражаться. They start to fight again. Кто понимает? Who understands? Кто-то начинает ворчать на своего мужа. Some people begin to grumble at their husband. Кто-то начинает обвинять свою жену. Some people start saying things against their wife. И
то, что должно приносить нам мир, опять приносит нам боль. And the things that are supposed to bring us peace, they bring us pain. И я сам лично должен для себя принять решение, что я буду человеком мира в своей семье. And I have to make a choice, first of all, that I'm going to be a man of peace in my family. Я не хочу быть человеком, который все время, ну, знаете, ну, не приносит этот мир. I don't want to be a person that doesn't bring that peace. Amen. Amen. Второе, он тут говорит, что мой дом — это надежный дом. The second thing he says is my home is a home of hope. Скажи аминь. Say amen. Он говорит, они будут жить в надежных домах. He says they will live in secure dwellings. Послушай, твоя семья это должна быть надежная семья. Your family has to be a secure place. Аминь. Amen. Кто хочет иметь надежную семью? Who wants to have a secure family? Знаете, семья это должна быть как крепость твоя. Your family has to be like a strength, a place that's firm. It's like a castle. A castle. Это моя крепость. This is my castle. Это то, куда я могу убежать и спрятаться от боли. This is the place that I can run away from pain. Я могу прийти к своей жене. I can come to my wife. И могу рассказать о любых трудностях, с которыми я сталкиваюсь. And I can tell her about any hardships that I have. И вы знаете что? Я уверен в ней, что моя жена это надежный человек в моей жизни. And I'm sure that my wife is a person that I can depend on in my life. Или твой муж, он является надежным человеком. Or your wife, or your husband, you can depend on him. Послушай, мы живем в таком ненадежном мире. We're living in a world that's insecure. И как минимум мой дом должен стать для меня надежной опорой в жизни. And my home has to become a place of security. И теперь вопрос. And then comes the question. А может ли мой супруг, могут ли мои дети, ну вот, полагаться на меня? Can my spouse, can my children depend on me? Являюсь ли я той надежной стеной для моей семьи? Am I that secure wall for my family? Это, знаете, это принципиальные вещи. These are principal things. И здесь как бы Бог, Он пророчески говорит, что твой дом станет надежным домом. And here God prophesies and He says that your home will become a secure home. Аминь. Amen. Знаете, притча 25-28. Proverbs 25-28. Написано, что город разрушенный без стен, тот человек, не владеющий духом своим. It says that a city with broken walls is like a person without self-control. Библия говорит, что город без стен. The Bible says a city without walls. Вы знаете, что раньше стены, они несли безопасность городу. Back in the day, walls, they brought security for the city. Люди строили большие стены. People used to build huge walls. Чтобы враг не смог прийти в их город. So that the enemy wouldn't enter their city. То же самое сегодня должны делать мы. Same thing we have to do today. Мы строим эти стены. We build these walls. Чтобы мой дом это был надежный дом. So that our home can become secure. Но что пытается сделать враг? But what does the enemy try to do? Вы знаете, Библия говорит, что город без стен это как человек, который не обладает своей жизнью. It says that a city with broken walls is like a person that has no control over their life. Когда наш дом становится, ну, ненадежным домом? When does our home become not an insecure home? Тогда, когда в моей жизни у самого нет стабильности. It's when I myself don't have stability in my life. Я не владею своей жизнью. I can't control my life. Кто понимает? Who understands? Когда, знаете, человек не может справиться со своими эмоциями. When a person is unable to control their emotions. Когда человек не может контролировать свой язык. When a person can't control their words. Библия говорит, это как город, разрушенный без стен. The Bible says it's like a city with broken walls. Кто такой надежный человек? Who is a secure person? Кто такой надежный мужчина? Who is a dependable man? Это мужчина, на которого жена всегда может положиться. It's a man that the wife can always count on. Кто такая надежная женщина? Who is a dependable wife? Это женщина, которая поддерживает тебя, несмотря ни на что. It's a woman that will support you no matter what.
Аминь. Не важно, что происходит. It doesn't matter what's going on. Я должен быть надежным человеком. I have to be a person that's dependable. Аминь. И третье, о чем он там говорил, это мой дом, это место моей безопасности. And the third thing that he says is my home is a place of safety. Скажи аминь. Say amen. Это место моей безопасности. This is a place of my safety. Ты любишь? Кто любит безопасность? Who likes to be safe? Так вот, твой дом, your home, твоя семья, your family, это место, где ты должен быть безопасен. It's a place where you should Что be такое safe? Безопасность? What is safety? Это когда ты не ожидаешь чего-то плохого. It's when you don't expect anything bad. Ты идешь домой, и ты знаешь, что твоя жена не приготовила тебе что-то плохое. You go home and you know that your wife didn't prepare anything Или твой муж. Bad, or your husband. Аминь. Amen. Это безопасное место. It's a safe place. И Бог говорит, твой дом это будет дом безопасности. And God says that your home will be a place of safety. Скажи аминь. Say amen. Твоя будущая семья. Your future family. Какую хочешь ты видеть свою семью? What type of family do you want to have? Ты сам должен стать таким человеком. You have to yourself become this type of person. Аминь. Amen. И знаете, я вот хочу сегодня поговорить о четырех вещах. And today I'd like to speak about four things. Которые сделают мою семью стабильной. That will allow my family to become Семья, которая будет в благословении. A family that will be in blessing. Семья, которая, знаете, как Иисус говорит, подуют ветры, разольются реки. Like Jesus says that the wind may blow, the storm may И Библия come. Говорит, и дом их не упал. And their home will not be destroyed. Почему? Why? Потому что основан на камне. Because it's founded on a rock. Скажи на камне. Say rock. Наш камень это Бог. Our rock is это God. Это Христос. It's Christ. И когда моя семья основана на этом камне. And when my family is built on this rock. Что бы ни происходило. No matter what happens, мой дом будет домом мира. My home will be a home of peace. Мой дом будет домом безопасным. A home of safety. И это будет дом надежный. And it will be a home of security, Скажи a dependable аминь. Home. Say amen. И запиши первое. And write the first thing down. Что делает мою семью крепкой? What makes my family strong? Конечно, мы все это знаем. Of course, we all know. Это Бог. It's God. Библия говорит, что нитка, скрученная втрое, не скоро порвется. The Bible says that a cord woven in three will not be broken. Ну, один-два мы понимаем. Two or three we understand. One or two we understand. А кто такой третий? But who is the third? Это Бог. It's God. Послушай, когда Бог в семье занимает главное место. When God is the Number one in the family. Послушай, такая семья всегда будет преуспевать. This type of family will always prosper. Аминь. Amen. Откуда приходит удовлетворение? Where does satisfaction come from? Я люблю это говорить. I love to speak about Многие this. Люди, они ожидают. A lot of people, they expect things. Что твой супруг должен восполнить все твои нужды. They think that their spouse will fulfill all of their needs. Друзья, это не так. My friends, it's not so. Удовлетворение всегда приходит от личных взаимоотношений с Богом. Satisfaction only comes from a personal relationship Нам with God. Нам кажется, что вот Она, жена или муж, всегда должен мне что-то давать. We think that our husband or wife, they constantly need to give me something. Но я тебе скажу вот что. But I'll tell you. Если ты имеешь отношения с Богом, If you have a relationship with God, Бог всегда будет восполнять твою сердце. God will always fulfill the desires of your heart. А жена будет дополнять. And your wife will complete them. Вы слышите? You hear me? Я счастлив не от того, что Она делает все для меня. I'm happy not because she does everything Я счастлив, for me. Потому что Бог наполняет мою жизнь своим присутствием. I'm happy because God fills my life with His presence. А жена является той недостающей частью для меня. And my wife is that part that completes Библия me. Говорит, это часть моей жизни. The Bible says that she's a part of my life. Но прежде чем жена пришла к Адаму, But before the wife came to Adam, в жизни Адама уже было Божье присутствие. The life of Adam already had the presence of Вы God понимаете? In it. Do уже you understand? Было Божье присутствие. He already had the presence of God. И знаете, каждый из нас мы должны принять решение. And every one of us have
to make a choice. Мой дом – это Божий дом. My home is a godly home. Скажи аминь. Say amen. Послушай, мой дом – это Божий дом. My home is a godly home. Это дом, где царствует Господь. It's a home where God is master. Его присутствие. His presence. И знаете, давай откроем Иисуса Навина 24 главу. Let's open up to Joshua chapter 24. 15 стих. Verse 15. 24:15. 24:15. И здесь написано: если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне кому служить. Богам ли, которые служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам амореев в земле, в которой вы живете, а я и мой дом будем служить Господу. And if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Аминь. Amen. Посмотрите, какой выбор делает Божий человек. Look at the choice that a godly person has Он to говорит, make. Не важно, что происходит вокруг. He says, no matter what happens around кто-то me. Кто-то приходит в церковь, кто-то уходит из церкви. Some come to church, some leave the church. Кто-то поклоняется Богу, кто-то не поклоняется. Some worship God, some don't. Он говорит, я и мой дом. He says, me and my home. Мы будем служить Господу. We will serve the Lord. Я еще раз говорю, не важно, что происходит вокруг. Again, I tell you, it doesn't matter what's going on around us. 90% моих друзей из, ну, когда я еще жил мирской жизнью. 90% of my friends when I was still living a secular они life. Они не пошли за Бога. They did not follow God. Но я однажды себе сказал. But I once told myself. Я и мой дом. My home and I. Мы будем служить Господу. We will serve the Lord. И мы это делаем уже 19 лет. And we're doing this already for 19 years. Вместе с моей супругой. My wife and I. Послушай, это решение. And this is a choice. Кто понимает это? Who understands this? Меня никто не может заставить это делать. Nobody will ever make me do this. Ты знаешь, что Бог, Он всегда приходит на твое решение. God, He always comes when you make a choice. Библия говорит, что Он палку надломленную не доломает. The Bible says that a stick that's almost broken, He won't continue on breaking. То есть Он всегда дает тебе возможность выбрать. In other words, He always gives you the freedom of choice. Давай откроем еще одно место. Let's open up another scripture. Это 2 Царь, 6 глава. It's 2 Samuel 6. 11-12 стих. Verse 11 and 12. Написано, и оставался ковчег Господень в доме Авидара Гефянина 3 месяца, и благословил Господь Авидара и весь дом его. The ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom the Gittite 3 months, and the Lord blessed Obed-Edom and all his household. Когда донесли Давиду, говоря, Господь благословил дом Авидара и все, что было у него ради ковчега Божьего, то пошел Давид и с торжеством принес ковчег Божий из дома Авидара к себе в город. Now it was told King David, saying, the Lord has blessed the house of Obed and all that belongs to him because of the ark of God. So David went and brought up the ark of God from the house of Obed to the city of David with gladness. Аминь. Amen. Что такое ковчег Завет? What is the Ark of God? Это прообраз Божьего присутствия. This symbolizes the presence of God. Послушай, когда Божье присутствие в твоем доме? When the presence of God is in your home. Когда в твоем доме есть молитва? When in your home you have a prayer. Когда в твоем доме поклонение? When in your home you have когда worship. Когда в твоем доме атмосфера небес? When in your home you have a когда heavenly у тебя мир atmosphere. С женой? When you have peace когда with your есть wife. Любовь? When there's love amongst Библия you. Библия говорит, Бог благословляет это. The Bible says that God blesses this type of home. Do you hear me? Когда моя семья, она принадлежит Богу. When my family belongs to God. Библия говорит, Бог благословил дом Амидара из-за ковчега. The Bible says that God blessed the home of Obed because того, of the ark. Не от того, что он был такой хороший. Not because he was good. А потому что Божье присутствие, оно уже несет в себе благодать. But because the presence of God, it brings grace. Очень часто людям
Ну, не хватает этого в семье. Very often this is what people lack in their family. Ты слышишь? Библия говорит, Бог есть свет. The Bible says that God is light. А там, где свет, там нет тьмы. And where there is light, there is no darkness. Если Божий свет в твоем доме, if there's God's light in your home, его присутствие, if his presence is there, Библия говорит, тьмы не будет. The Bible says that there would not be any darkness. Вы слышите? Do you hear? Если я живу жизнью в Боге, if I'm living in a light, life of God, in God, я не принесу тьму в свою семью. I won't bring darkness into my family. Ты знаешь, я, когда только приехал в Америку, я 3.5 года был без жены. When I first came to the United States, I was without my wife for 3.5 years. И я хранил верность своей жене. And I was faithful to my wife. Были люди, которые падали в грех. There were people that fell into sin. Но я всегда оставался верным. But I always stayed faithful. Моя жена оставалась верна мне. My wife, she stayed faithful to me. Почему? Why? Потому что Бог был на первом месте в нашей жизни. Because God was first place in our lives. Ты знаешь, я в страхе Божьем ходил все эти годы. I walked with fear of God all of these years. Страх Божий наполнял мою жизнь. The fear of God, it filled my life. Я помню, однажды в 11 вечера мне надо было пойти снять деньги с банкомата. I remember one time it was 11 p.m. and I had to go to the ATM. Я еще жил в то время в Лос-Анджелесе. And I lived in LA that time. И я захожу в банк. And I walk into the bank. Ну, он уже закрыт, но в банкомат можно пройти. It was closed, but you can enter to where the ATM is. I took out money. И я выхожу. And I come out. И навстречу мне женщина легкого поведения. And there's a woman with an easy character. И я открываю дверь, она вот так прям лицом к лицу ко мне встала. And I open the door, and she meets me face to face. И начинает, ну как бы, ну приставать ко мне. And she starts to flirt with me. И знаешь? Столько мыслей в этот момент пролетело. And in that moment I had so many thoughts. Но знаешь, что произошло? But do you know what happened? Страх Божий наполнил меня. The fear of God filled me. Я ей сказал, слушай, уйди. And I told her, listen, get away from me. Развернулся и пошел домой. And I turned around and I went home. Почему? Why? Потому что Бог живет внутри меня. Because God lives within me. Послушай, когда ты живешь в Боге, when you're living in Christ, что бы ни происходило, no matter what happens, у тебя всегда есть сила, как у Иосифа, you always have the strength that чтобы Joseph противостоять had, греху и искушению. To stand against sin and temptation. И знаешь, сегодня я могу смело говорить. And today I can say this with confidence. Почти 20 лет в браке. For 20 years I've been married. И у меня одна женщина. And I have one woman. И я люблю ее только одну. And I love her only. Кто понимает? Who understands what I'm является saying? Является ли это ценностью для тебя? Is this something that's valuable for you? Хранить себя только для нее одну. To protect yourself for only for her. Я не просто когда-то ляпнул словами, что я, ну да, буду тебе хранить верность. I didn't just once say some promise that I'm gonna be faithful to her. Я живу этой верностью. No, I live by this faithfulness. Кто понимает? Who understands? То же самое, каждый из нас мы можем сталкиваться. And same thing, each and every one of us can run into. Но если Божье благословение, Его присутствие в моей жизни. But if God's blessing and His presence is in my Библия life. Говорит, моя семья устоит и будет процветать. The Bible says that my family will stand firm поэтому and prosper. Поэтому я не позволяю каким-то вещам выбить меня из жизни. And so I don't let any other things take me away out of life. И именно Божий страх помогает мне ходить Его путями. And the fear of God helps me walk His ways. Аминь. Amen. Послушай, если у тебя нету Божьего страха. Listen, if you do not have the fear of the Lord. Библия говорит, молись об этом. The Bible says, pray for it. И вообще слово говорит, что начало мудрости это страх Господь. And the word says that the beginning of wisdom is the fear of the Lord. Начало всей мудрости. That's the beginning of all wisdom. Страх Господь. The fear of the Lord. Не смотреть на других мужчин, женщин. Not to look at other men or women. Аминь. Amen. Это важно. It's important. Это очень важно. It's very, very important. Второе. The second thing. Это любовь. It's love. Скажи любовь. Say love. Мы слышим об этом постоянно. We hear about this all the time. Но есть вещи, которые
нельзя заменить чем-то другим. But there are things that you cannot substitute with anything else. Мой дом — это дом, который я должен строить на любви. My home is a home that I have to build on love. И давай откроем 1 Коринфянам 13. And let's open up to 1 Corinthians 13. То, о чем сегодня уже кто-то про Денис прочитал. And this is what Dennis read today. Давай мы откроем 1 Коринфянам 13 глава. С первого стиха. From verse 1. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Though I speak with tongues of men and of angels, but have no love, I have become a sounding brass or a clanging cymbal. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру так, что могу горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains, but have no love, I am nothing. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет в том никакой пользы. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have no love, it profits me nothing. Аминь. Amen. Я могу быть внешне очень успешным человеком. I can appear to be a very successful person. Очень духовным человеком. I can appear to be a spiritual person. Знаете, как, ну, иногда люди, они такие духовные. You know, often you run into people and they're very spiritual. Они не любят своих жен. But they don't love their wives. Они не любят своих мужей. They don't love their husbands. Библия говорит, что когда мы впадаем в такое состояние, я превращаюсь в ничто. The Bible says that when I fall into this condition, I become nothing. Один из современных переводов говорит, ты превращаешься в пустое место. The New Living Translation says that you become an empty space. Если нет любви, if there is no love, я пустое место. I'm an empty space. Представляешь? Can you imagine? Он говорит, ты даже тело можешь отдать на сожжение. He says, you can even give your body. А нет пользы. But there's no point. Не зачтется тебе. It's not going to be rewarded to you. Представляешь? Can you imagine? Но если ты любишь. But if you love. Если ты любишь свою семью. If you love your family. Ты готов положить жизнь свою. You're ready to lay your life down. Аминь. Amen. И знаете, дальше он перечисляет. And later he lists. И я не буду сейчас все это перечислять. And I'm not gonna list all these things. Я прочитаю 8 стих. I'm gonna read verse 8. Любовь никогда не перестает. Love never fails. Один человек сказал. One person said amen. Любовь никогда не перестает. Love never ever fails. Ты знаешь, вот я столько лет живу с женой. I've lived for so many years with my wife. И моя любовь никогда не перестает. And my love, it never stops. Я заметил, I've noticed, что с каждым годом that every year, мои чувства к ней растут и растут. My feelings for her, they grow more and more. Здесь есть у кого-то так? Are there people that are like Слава that? Богу, сколько вы вместе Praise уже? God. How long? Have you been 50 married? 50 years. А вы сейчас любите? Давайте воздадим Богу славу. Let's give God a round of praise. 50 лет вместе. 50 years they've been together. Честь и уважение вам. We honor you and respect Давайте еще you. Раз подарим Богу аплодисменты. Let's give Богу them another round of applause. Вот скажите, за все эти годы Tell us, in all these ваша years, любовь стала меньше. Has your love become smaller? Больше стал. No, it's become greater. То я правду говорю, да? So I'm correct. I'm telling the truth. Amen. В вашей жизни были трудности. Did you have hardships in life? Но вы все это прошли. But you Почему? Overcame them. Why? Because, Потому что Бога любит. Because you love God. И друг друга любите. And you love one another. Аминь. Amen. Аминь. Знаете, Библия говорит, любовь никогда не перестает. The Bible says that love, it never fails. Amen. Amen. И, знаете,
Моя любовь, она должна быть непоколебимой. My love has to be indestructible. Скажи непоколебимой. Say the word indestructible. Как я уже однажды сказал сегодня своей супруге. Like I said to my wife today. Я хочу, чтобы моя любовь к тебе. I want my love for you. Была до конца моих дней. To be till the end of my days. Вы слышите? Do you hear me? До конца моих дней. Till the end of my days, church. Знаешь, когда Иисус уходил на небеса, when Jesus went into the heavens, что Он сказал Своим ученикам? What did He tell His disciples? Он сказал, «Исей я с вами до скончания века». He said, I am with you till the end of my days. Христос так поступил. This is how Christ acted. И я хочу поступать так. And I want to act the same way. Я хочу говорить своим детям. I want to tell my children. Я с вами до конца моих дней. I'm with you till the end of my days. И это решение. And this is a choice. В это время все может происходить. During this time, anything can happen. Могут прийти большие проблемы, трудности. You can run into huge problems, hardships. Но я в завете со своей супругой. But I'm in a covenant with my wife. До конца моих дней. Till the end of my days. Это ценно для кого-то сегодня, друзья. Is this valuable to anyone? Послушай, только такая любовь, она сможет пройти все. Only this type of love can overcome everything. Давай мы откроем еще одно место, это Ефесянам 5:25. Let's open up to Ephesians 5:25. И здесь написано, мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her. Что здесь написано? What does it say here? Что сделал Иисус? What did Jesus do? Он возлюбил. He loved. Он возлюбил свою церковь. He loved his church. Написано, мужья, любите, как Христос возлюбил. It says, husbands, love the way that Christ loved. И что его любовь сделала? And what did his love do? Отдала себя за нее. It gave himself for her. Послушай, любовь, которая просто говорит слова, это не любовь. A love that just talks with words is not love. Моя любовь, она готова приносить себя в жертву. My love is ready to sacrifice itself. Это значит, я отказываюсь от гордости. It means I reject my pride. Я отказываюсь от эгоизма. I reject my self-centeredness. Вот он меня не уважает. Oh, well, he doesn't respect me. Вот он себя ведет вот так и вот так. Well, he acts a certain way. А ты знаешь, как с Иисусом поступал? Do you know how people acted towards Jesus? Ты знаешь, что он любил тех, которые на голову ему одели терновый венец? Do you know that he loved the ones that put a crown of thorns on his head? Кто знает, что он любил тех, которые вбивали в его ноги и руки гвозди? He loved those that were hammering nails into his hands and feet. Это и он молился и говорил: Бог, прости их, они не понимают, что делают. And he prayed and said, Lord, forgive them, for they not know what they do. И Павел, он говорит: мужья, любите так же, как Христос любит. And Paul says, love the way that Christ loves. Это значит, я должен позволить себя где-то распять ради моей семьи. It means that I have to allow myself to be crucified for my family. Amen. Кого я распинаю? Who am I crucifying? Я гордость свою распинаю. My pride. Эгоизм распинаю. My self-centeredness. Желания свои распинаю. My own desires. Моя любовь это не всегда делать то, что я хочу делать. My love doesn't always do the things that I want to do. Я очень часто делаю от того, что я не хочу это делать. Very often I do the things that I don't want to do. Но я это делаю. But I do them. Почему? Why? Я люблю. I love. Amen. И это важно сегодня понимать. And it's important to understand this today. Евреям 13 глава. Hebrews 13. 4-5 стих. 4 and 5. Брак у всех да будет честен, а ложе непорочно. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Marriage is honorable among all, and the bed undefiled, but fornicators and adulterers God will judge.
Имейте нрав не серебролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо Бог сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have, for he himself has said, I will never leave you nor forsake you. Библия говорит, храни свой дом. The Bible says, protect your home. Храни свой дом. Protect your home. Храни свою постель. Protect your bed. Аминь. Amen. Как-то тихо. It's quiet. И он говорит, что сам Бог говорит, я не оставлю тебя и не покину тебя. And he says, God himself says, I will not forsake or betray you. Поверните сейчас своим супругам или супруге, скажи, я обещаю, я не оставлю и не покину тебя. Look to your spouse and tell them, I promise I won't leave you or betray you. Я не оставлю тебя. I won't leave you. Я не покину тебя. I won't betray you or forsake you. Какое решение? What a choice. Это трудно. Is it hard? Это очень трудно. It's very hard. Когда уже вот тут сидит. When you're tired of everything. Но это решение. But it's a choice. Любовь — это верность. Love is faithfulness. Это верность. It's faithfulness. Аминь. Amen. И знаете, и я не ищу любви. I don't look for love. Я даю любовь. I give love. Он меня не любит. He doesn't love me. Начни ты любить. You begin loving. Она ко мне как-то не так относится. She doesn't treat me correctly. Не обращает на меня внимания. She doesn't pay attention to me. А что ты сделал, чтобы она на тебя смотрела? What did you do for her to look at you? Кроме принеси, подай, иди, не мешай. Other than bring me something or help me with something or get out of the way. Ну так бывает в семье. And often it's like that in families. Это не Божья любовь. This isn't God's love. Аминь. Amen. Третье. The third thing. Прощение. Is forgiveness. Скажи прощение. Say forgiveness. А ты умеешь прощать? Do you know how to forgive? Кто умеет прощать? Who knows how to forgive? Ты знаешь, что прощать очень тяжело и больно? Do you know that it's very hard to forgive? Ты знаешь, что очень часто в семьях люди надевают маску прощения? Very often in families people put on the mask of forgiveness. Они как бы прощают. It seems as though they forgave. Но всегда помнят. But they always remember. Ты знаешь, настоящее прощение, оно забывает. A real forgiveness, it forgets. Кто-то скажет, ну как я могу это забыть? Some may say, oh, how can I forget? Ты знаешь, что с твоей памяти это невозможно стереть. You know, you can't erase this а out вот of your с твоего memory. Языка возможно. But from your tongue, you are able to забыть erase it. Это значит не говорить больше to об этом. Forgive means not to talk about it anymore. Ты слышишь, о чем я говорю? Do you hear what I'm saying? Очень часто люди говорят, да, я тебя прощаю. Very often people say, yes, I forgive you. Но как you. Только приходит какой-то момент, but the moment something happens, они все друг другу начинают опять вспоминать. They begin to remember everything. Ты знаешь, что непрощение всегда будет говорить такие слова. You know that unforgiveness will always say these ты words. Ты всегда. You always. Это всегда говорит дух непрощения. This is the spirit of unforgiveness. Ты всегда так поступал, и ты продолжаешь так поступать. You always did those things, and you keep on doing these things. Когда Бог прощает, when God forgives, Он никогда тебе это не вспоминает. He never ever accuses you of these ты things. Ты знаешь, что если Бог простил нам все грехи, if God has forgiven это us all значит, our что sins, когда я прихожу потом к Нему в молитве, it means that when I come to Him in prayer, Он никогда не скажет мне так. He'll never say these words Он to даже me. Не подумает в этом направлении. He'll never even think about this. А, это Костя Стаган. Наркоман, что ли, oh, бывший? It's Constantine from Taganrog, the ex-drug addict.
Он никогда не скажет: «А, это Могил из Мэриленда». He'll never say, «Oh, that's Mogul from Maryland». О, знаю я его. Oh, I know about him. Он никогда так не сделает. He'll never do that. Он смотрит на меня. He looks at me. Как будто я никогда не согрешал. As though I have never sinned before. Ты знаешь, что такое, что делает прощение? Do you know what forgiveness does? Оно позволяет тебе смотреть на своего супруга. It allows you to look at your spouse. Как будто он никогда не делал ошибок в твою сторону. As they've never made a mistake towards you. Кто понимает это? Who understands this? Аминь. Amen. Давайте посмотрим. Что написано в Библии? Let's look at what it says in the Bible. Вы знаете, что мы все много согрешаем? You know that all of us sin a lot. Who knows that? Кто знает? Who knows that? О, все, все руки все подняли. Everybody raised their hands. Поэтому Иисус, однажды к Иисусу пришли, говорят, сколько нам прощать? До 7 раз. And then that's why when the people came to Jesus, they said, how many times must we forgive? Ты знаешь, что по закону Моисееву позволялось простить 3 раза, на 4-й не прощать. By the law of Moses, they were allowed to forgive 3 times, and on the 4th time, they didn't. Но апостол Петр, он как бы решил так очень духовно к Иисусу подойти. But apostle Peter, he decided to come spiritually to Jesus. And he says, Jesus. Не до 7 ли раз нам прощать? And he says, how many times must we forgive? 7 times? То есть он в 2 раза больше взял. He said 2 times more than they were supposed to. Он думал, сейчас Иисус скажет: «Вау, Петр!» He thought Jesus would say, «Wow, Peter! This is a good revelation!» Он говорит: «Петр!» He says, «Peter!» 490. No, 470 times. 490 times. A day. A day. Per day. Every day. Каждый день. Every day. 490 раз. 490 times. Прощать свою жену. Forgive your wife. Своего мужа. Your husband. Своих детей. Your children. Вы со мной? Are you with me? Давай прочитаем Исаия 43 глава. Let's open up to Isaiah 43. С 22 по 25 стих. From 22 through 25. Мы здесь будем читать о взаимоотношениях Бога со своим народом Израилем. We're going to read about the relationship of God with His people. И сравним отношения наши к жене или к семье. And we're going to compare it to our relationship to our wife or our family. Ведь между нами и Богом происходит то же самое, что и между мной и моей семьей. The things that go on between ourselves and God are the same things that go on between us and our wives. И он говорит: ты, Иаков, не взывал ко мне, ты, Израиль, не трудился для меня. But you have not called upon me, O Jacob, and you have been weary of me, O Israel. Что он говорит? What is he saying? Ты не общаешься со мной. He says you're not conversating. You don't have a relationship. Ты ничего не делаешь для нашего брака. You're not doing anything for our marriage. У тебя были когда-нибудь такие претензии? Have you ever accused your partner of these things? Ты же даже не общаешься-то со мной. You don't even talk to me. Я жду, когда ты придешь ко мне. I'm waiting for you to come to me. Ты ничего не делаешь для отношений со мной. You don't do anything for our relationship. 23 стих. Ты не приносил мне агнцев твоих всесожжения, и жертвами твоими не чтил меня. Я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением, и не отягощал тебя фимиамом. You have not brought me the sheep for your burnt offerings, nor have you honored me with your sacrifices. I have not caused you to serve with grain offerings, nor wearied you with incense. Он говорит: я не вижу жертвы по отношению ко мне. He says, I don't see a sacrifice towards me. Ты не можешь оставить свои дела ради семьи. You cannot put your works aside for your family. Да, он говорит, ты не уважаешь меня. He says, you don't respect me. Так же здесь написано. Is that what it says here? Он говорит, ты не чтишь меня. He says, you don't honor me. Ты не уважаешь меня как личность. You don't respect me as a person. То же самое происходит в семьях, друзья. Same thing happens in families, my friends. В каждой семье есть неуважение. Every family has disrespect in it.
Но Бог, он говорит это своему народу. But God, he says this to his people. Он не боится это сказать им в лицо. He's not scared to tell them this to their face. Ты не покупал мне благовонные трости за серебро, и туком жертвы их не насыщал меня, но ты грехами твоими затруднял меня, и беззакониями твоими отягощал меня. You have bought me no sweet cane with money, nor have you satisfied me with the fat of your sacrifices, but you have burdened me with your sins, you have wearied me with your iniquities. Разве это не отражает семью? Does this not reflect the family? Когда в семье уже забыли, когда делали подарки друг другу. When in a family they have forgotten the last time they received Знаете, the gift. Иногда семья превращается вот в это отягощение. Sometimes this family, that's what this turns into. Одна боль, разочарование. There's only pain and dissatisfaction. Ты такой, да ты такая. They constantly accuse one another. Гнев, распри. There's anger, there's separations, divisions, скандалы. There's scandals, есть люди, fights. Которые избивают друг друга there все. Are people that put hands on one another in families. Послушай, я никогда в жизни ни разу не поднял руки. I never ever put a hand on my wife. И никогда этого не сделаю. And I will never do я лучше разобьюсь об асфальт, но я этого не сделаю. I will break apart on the concrete, but I will not do that. Иногда эмоции так зашкаливают. Sometimes my emotions get the best of me. И знаешь, ну что, меня, когда я сегодня это читал, меня накрыло. But when I read this, it covered me. Вот как Бог относится. It's how God acts. Посмотрите, что написано в 25 стихе. Look at what it says in verse 25. Он говорит, я сам отпускаю тебе грехи твои. И я это делаю ради себя самого и грехов твоих помнить. I am he who blots out your transgressions for my own sake, and I will not remember your sin. Говорит, я прощаю тебя. He says, I forgive you. Я прощаю тебя. I forgive you. Я прощаю тебя за все зло, которое ты мне причинил. I forgive you for all the evil that you've done to me. Говорит, я прощаю тебя. He says, I forgive you. Мы на энкаунтерах показываем такое видео. At the encounters we show a video clip. Когда мы говорим о прощении. When we speak about forgiveness. Отец сидит в тюрьме. It's a father that's sitting in jail. А его сын пришел навестить его. And his son came to visit him. И он показывает ему табличку. And he shows him a sign. И говорит, ты разрушил мою жизнь. And it says, you have destroyed my life. Ты украл мое детство. You stole my childhood. Ты убил нашу мать. You killed our mother. И он это показывает, у него слезы текут. And he's showing him these signs, and he's crying, weeping. А потом поднимает в конце табличку, где было написано, но я прощаю. And then he picks up a sign that says, but I forgive you. Ничто так не исцеляет, как прощение. Nothing heals better than forgiveness. Ты думаешь, я никогда не говорил плохих слов? You think I've never said bad words? Я говорил. I said these things. Я говорил много плохих слов. I've said a lot of bad things. Но она простила. But she forgave me. Мы много согрешали. We've sinned a lot. Но я должен уметь прощать. But I have to learn how to forgive. Иисус говорит, если ты не прощаешь, Jesus says, if you don't forgive, я тебя не прощу. I won't forgive you. Это очень серьезно. It's very serious. Непрощение – это грех, который не простится. Unforgiveness is a sin that's not going to be forgiven. Аминь. Amen. Я прощаю тебя. I forgive you. Я прощаю тебя. I forgive you. И я никогда этого не вспомню. And I will never remember this again. Вот как прощает Бог. And this is how God forgives. Если ты простил, if you have forgiven, никогда не напоминай. Don't remember these things. Ты это будешь помнить всю жизнь. You're going to remember these things for the rest of your life. Но не говорить об этом. But not to speak about them. В твоей власти. Is in your power. Позволь Богу исцелить. Allow God to Знаешь, heal. Многие люди из-за того, что они не могут простить. A lot of people for the simple reason that they can't forgive. Их жизнь это сплошные раны.
their life are as constant scars. Знаешь, почему люди скандалят все время? Do you know why people are always getting angry? Почему они все время дерутся в семье? Why are they always fighting in their family? Они всегда выясняют отношения. They're always arguing. Они не простили друг друга. Because they haven't forgiven one another. Как только ты нажимаешь на больное, the moment you push on a button, они снова взрываются. They blow up. Снова вся горечь, вся боль вылазит наружу. Again, their pain and bitterness comes out. Если ты простил, if you have forgiven, пусть Бог исцелит тебя. Allow God to heal Amen. You. Amen. Кто помнит, когда однажды Петр три раза отрекся от Иисуса? Who remembers when Peter rejected Jesus three times? Who remembers? Петр ушел. Peter left. Петр огорчился на себя. Peter was bitter in himself. Он подумал, что он больше не достоин. He thought that he was no longer worthy. Он не достоин быть учеником Иисуса. He's unworthy to be Jesus' disciple. Его предательство не сможет простить Иисус. His betrayal, Jesus won't be able он to forgive. Он обещал кровь из носа, говорил, да если все, я не. He promised, no matter what, if everyone, then not me. I will not betray you. И когда пришло время, и он не смог пройти это испытание. And when a time came and he wasn't able to overcome the test. Он из-за страха предал своего учителя. Because of fear, he betrayed his teacher. Но что сделал Иисус? But what did Jesus do? Он пришел туда, где Петр ловил рыбу. He came to the place where Peter was catching fish. И знаешь, что он сделал? And you know what he did? Он стал рыбку жарить. He started to grill fish. Хлеб. Bread. И кричит, эй, Петр! And he says, hey, Peter! Иди сюда! Come here! Плыви ко мне! Swim over here! Не грузись! Don't worry! Когда Петр увидел, что Иисус зовет его, and when Peter saw that Jesus was calling him, его лодка была далеко. His boat was far away. Он прыгнул из лодки. He jumped out of the boat. И поплыл к Иисусу. And he started swimming to Jesus. И какая это была встреча! And what an encounter! Какая встреча! What an encounter! Иисус говорит, Петр, любишь ли ты меня? Jesus says, Peter, do you love me? Говорит, Иисус, так люблю. He says, Jesus, so much. Так люблю тебя, Иисус. I love you so much, Jesus. Петр, ты точно любишь меня? Peter, are you sure that you love me? Иисус, ну ты же, я так тебя люблю. He says, Jesus, I love you прости so much. Меня. Forgive me. Прости. Forgive me. Петр, ты любишь He says, меня? Peter, do you love me? И он уже стал огорчаться, что он у него это спрашивает. And he started getting upset that he was asking him this. Он говорит, Иисус. And he says, Jesus. Очень тебя люблю. Very much so. Это была встреча. This was an encounter. Прощение. Of forgiveness. Которое навсегда изменило его жизнь. That once and for all changed his life. После того. After. Петр больше никогда ни разу не предал Иисуса. After this, Peter not once did he betray Jesus. Вот что делает прощение. That's what forgiveness does. Скажи аминь. Say amen. Друзья, как важно прощать. My friends, it's important to forgive. Может быть, есть у тебя вот это чувство. Maybe you have this feeling. Прости. Forgive. Прости. Forgive. Поступи, как Бог поступает. Act the way that God acts. Аминь. Amen. Как бы больно не было. No matter how painful Бог it is, тебя сегодня прощает. God forgives you today. Сколько раз бы ты не предавал Его, no matter how many times you've betrayed Him, Он всегда ищет встречу с нами. He's always looking for an encounter with us. Никогда не отворачивается от нас. He never ever turns away from us. Аминь. Amen. И последнее, о чем я скажу, и мы заканчиваем. And the last thing that I want to say, and then we'll finish. Это общение. It's fellowship, relationship. Общение. Relationship. Скажи общение. Say relationship. У кого есть в семье общение? Who has a relationship in their family? Кто общается? Who speaks to one another? Вот со своим супругом. With their spouse. Есть ли у тебя время, когда ты можешь поговорить? Do you have time to лечь в кровати перед сном? When you lay down in your bed. И сидите еще минут 40, час общаться. And you guys are sitting for 40 minutes or an hour just talking. И вы что-то обсуждаете. And you guys speak about certain things.
Или ты давно уже не общаешься? Or have you stopped talking to one another? Знаешь, что такое общение? Do you know what relationship is? Без общения ты никогда не станешь одной плотью. Without a relationship, you will never become one flesh. Общение — это когда вы сближаетесь друг с другом посредством слов. A relationship is when you guys connect to one another through words. Слова соединяют тебя. Your words, they connect you. Что такое общение? What is relationship? Когда ты открываешь свое сердце. When you open up your heart. Ты не боишься говорить о своих чувствах. You're not scared to speak about your feelings. Ты знаешь, я так благодарен Богу за мою жену. I'm so grateful to God for my wife. Она никогда не молчит. She's never quiet. Если я где-то вкосячу. If I do something wrong. Она мне это всегда покажет взглядом. She'll always show me in the way she looks at me. Вы знаете, что она даже выравнивает меня, когда я проповедую. You know that she even corrects me when I preach. Я иногда не смотрю в ее сторону. Sometimes I don't look in her direction. Потому что если я суну руку в карман, because if I put my hand in my pocket, когда я этого никогда не делал, when that's why I never do this. А почему? Why? Дух Святой. Holy Spirit is sitting right here. Она мне сразу. She looks at me right away. And руку сразу. I understand. I gotta take my hand out of my pocket. Аминь. Amen. Мы общаемся языком взглядов. We speak in the language of. Мы понимаем друг друга за километр. We understand one another from far away. Наше общение настолько близко, что мы улавливаем тончайшие взгляды друг на друга, и мы можем правильно их прочитать. Our relationship is so close that we can look at one another in a certain way and we understand our thoughts. Но в общении очень важно услышать друг друга. But in a relationship, it's very important to hear one another. Когда я общаюсь, я не пытаюсь ей только доказать. When I'm speaking to her, I don't only try to convince her of my opinion. Но очень часто хочется это сделать. But often you want to do this. Но я учу себя слышать ее. But I teach myself how to hear her. Знаешь, как один пастор сказал, самое большое смирение для мужчины. As one pastor once said, that the biggest humility for a man. Слушать свою жену. Is to listen to his wife. Многие мужчины, они живут в заблуждении. A lot of men are living in a lie. They're lost. Они говорят, женщин слушать нельзя. They say, you can't listen to women. Они говорят, послушай жену и сделай наоборот. They say, listen to your wife and do the opposite. Кто так слышал? Who's heard these sayings before? Послушай, услышь ее мнение и сделай наоборот. Listen to her opinion and do the complete opposite. Она же грешница, Ева. She's a sinner. She's Eve. Она же змея послушала. She listened to the snake. А в начале-то не было так. But in the beginning it wasn't so. Кто знает, что Бог сотворил жену как помощницу? Who knows that God created the wife as a helper? Ты знаешь, что твоя жена — это самый твой первый помощник в жизни? You know that your spouse, your wife is your first helper in life. После Бога. After God. На первом месте, конечно, Бог. Of course, in first place Он is God. Он главный. He's the most important. Он полнота, наполняющая все во всем. He's the fullness that fills everything. Он на небе. He's in the heavens. А она на земле. But she's on the earth. Ты его не видишь. You don't see him. А ее каждый день. But her you see every day. И Бог это понимал. And God understood this. Он говорит, сотворим ему помощницу. He said he created a helper. Спасибо тебе. Thank you. Ты самый лучший помощник. You're the best helper. Ты всегда помогаешь вот стать лучше. You always help me become better. Стать порядочным. To become more polite. Вот ты всегда можешь правильно обличать. You're always able to rebuke me correctly. Но иногда это больно. Sometimes it's painful. И не хочется принимать. And I don't want to accept it. Но Библия говорит, пусть обличает меня праведник. But the Bible says that may the righteous rebuke me. Это лучший елей, который не повредит голове моей. This is the best anointing for my head. Let's raise. Притча 16:24. Proverbs 16:24.
приятные слова – это медовые соты, сладкие для души и для тела целебны. Pleasant words are like a honeycomb, sweetness to the soul and health to the bones. Твои слова – Your words – это как сладкий мед. Are like a sweet honey. Твои слова, они приносят исцеление в твой дом. Your words, they bring healing into your home. Ты знаешь, что когда человек живет обвинением, you know that when a person is living by accusations, люди будут болеть. People will be sick. Очень часто люди больны в семье. Very often people in the family are sick. Там столько слов. Because there's so many bad words. Там столько критики. There's so many criticisms. Поэтому люди болеют. And this is why people are sick. От того, что они говорят зло. From the simple fact that they speak evil. Соломон говорит, что приятные слова как мед. Solomon says that pleasant words are like honey. Научись говорить приятно. Learn to speak pleasant words. Кто делает своей жене комплимент? Who gives compliments to their wives? Сергей говорит. Serge. 50 лет в браке. For 50 years he's been каждый married. Каждый день говоришь? Every day? Надо каждый said, день говорить. You have to tell her every day. Я всегда стараюсь говорить жене комплимент. I always try to compliment my wife. Я хочу, чтобы мой язык был как мед для нее. I want my words to be like honey in her life. Может быть, ты такой, ну, уже закостенелый мужик? Maybe you are a hardened man. У тебя язык уже не поворачивается. Maybe you can't even speak anymore. Так смири свою гордость. Humble your pride. И начни восхищаться своей женой. And start being encouraged by your wife. Когда последний раз говорил, что любишь ее? When was the last time you told her that you love her? Когда последний? Георгий, когда последний? George, when was the last time? Знаете что? Ну, шучу. I'm just playing. Ну, когда последний раз? Now, when was the last time? А потом ты думаешь, что у меня какая-то не мед, а горчица в доме. And then you think, oh, it's not honey, but it's hot sauce in my я house. Я ж стелю-то языком. Because you lay down with your words. You lay the way with your words. Amen. Amen. И последнее место. And the last verse. Это притча 12:18. It's Proverbs 12:18. Слова говорящего бездумно ранят, как меч. There is one who speaks like the piercings of a sword. Мудрый осторожен со словом, и слова его могут вылечить ран. But the tongue of the wise promotes health. Слова говорящего бездумно приносят боль, как меч. It says that the words of the evil bring pain like a sword. Если посмотреть вот иногда на жизнь женщин так или мужчин в духе. Sometimes if you look at the lives of men or women in spirit. Сколько там ран от слов. There are so many scars from bad words in their lives. Столько ран. So many scars. Но Библия говорит, что мудрый язык. But the Bible says that the wise tongue. Он приносит исцеление. It brings health, healing. Даже когда что-то не так. Even when something's going wrong. Ты такая хорошая. You're so good. Так тебя люблю. I love you so much. Я прощаю тебя. I forgive you. На тебе подарочек. Here's a gift for you. Аминь. Amen. Вот на чем строится семья, друзья. That's what the family is built on, my friends. Вот что ты должен делать в своем доме. This is what you need to do in your home. Пусть Божье присутствие будет каждый день у тебя в семье. May God's presence be in your home daily. Включи поклонение. Put on worship music. Помолись. Pray. Слово почитай. Read the word. Люби. Love. Прощай. Forgive. И общайся. And fellowship. Если ты хотя бы эти четыре вещи будешь делать, if you do at least these four things, у тебя будет самое счастливое. You will have the happiest family in the world. Аминь.